Шашка – опасное холодное оружие. Его приняли на вооружение российской армии еще в 19 веке, и сейчас оно тесно ассоциируется с казачьим войском. Именно об этом рассказали группе малышей на экскурсии. Это оружие казачье, оно не только сибирского войска, также всех войск казачьих, которые существуют в России. Однако внимание уделили не только мужским игрушкам. Ребята узнали и о том, каким рукоделием занимались спутницы казаков. Это называется прялка. Вы очень удивитесь. Моя бабушка на ней пряла и меня учила. Поведали детям и о службе тех, кто гордо продолжает дело завоевателей, как в былые времена, так и сейчас. Местное казачество помогает местному самоуправлению в охране правопорядка. А детям интересна одежда. Когда приходили с экскурсии в штаб, мальчишки с удовольствием одевают, девочки с удовольствием одевают. И уже показывая, что все-таки нужно носить. Для чего бусики, для чего платья. Выставка расположилась в 4-й школе Лангепаса. Именно там, считает администрация образовательного учреждения, экспозиция придется как раз. На то есть причины. Благодаря вот Мегионскому хуторскому казачьему обществу у нас эта выставка на целый месяц будет базироваться на базе нашей школы. Плюс ко всему, у нас же кадеты, в нашей школе учатся кадеты с казачьим компонентом. И как не лучше, как наглядно показать ребятам, как шла история, развивалась история сибирского казачества. Проект создания коллекции называется «Наследие Ермака». Именно с ним авторы выиграли губернаторский грант в размере 340 тысяч рублей. На эти деньги закупили костюмы, отреставрировали изделия из глины и дерева. Также провели исследования, нашли документы и удостоверения казаков прошлого. У нас эта выставка была очень давно задумана. У нас хуторское общество существует с 1994 года. Вот. И у нас все казаки, они сейчас, ну и продолжают быть в обществе, да, и эту идею никогда не оставляли. То есть у нас выставка была лет 5 назад организована, вот, потом она не работала. И сейчас у нас уже некоторые экспонаты там, некоторые, ну, утеряли свой прежний вид. Экспозиция будет работать еще на протяжении месяца, при условии, что она не будет массовой.